Наверняка многие со мной согласятся, что самым эффективным ароматизатором для любой мирной рыбы является чесночный. Я его всегда делаю сам. Этот процесс очень простой, но не сильно быстрый. Поэтому делается все заранее. Итак, приступим. Для приготовления мне потребуется одна головка чеснока размером с грецкий орех, какая-нибудь емкость, спирт, либо водка. Ну и вот такой вот бутылек от спрея. Сперва нужно очистить чеснок. Получилось у меня 8 зубчиков. Этого более чем достаточно вот для такой емкости. Дальше при помощи ножа чуть-чуть вот так вот его поддавливаем. Совсем плющить не надо. Немного, чтобы он раскрылся. И все укладываем в емкость. Ну вот, что получилось. Теперь все это дело нужно залить либо водкой, либо спиртом. У меня это чистый медицинский спирт. Кстати, точно так же можно сделать с обычным свежим укропом. Также его нарезать, залить спиртом и также оставить на неделю. Получится тоже неплохой спрей. Но чеснок мне нравится больше. Чеснок залил спиртом, плотненько закрыл баночку. Теперь в таком виде отправляю ее примерно на 7 дней в темное место. То есть поставлю куда-нибудь в шкаф и пусть она настаивается. Увидимся через неделю. Итак, друзья, для вас пролетело мгновение, у меня прошла целая неделя. Как вы видите, чеснок стал немного прозрачным, настоечка чуть-чуть стала желта, то есть мой аттрактант практически готов. Остается сделать несколько штрихов, а именно перелить его вот в эту вот емкость. В этот бутылек также добавлю сейчас маленькую головку чеснока. Это я сделал для того, чтобы было понятно, что у меня здесь налито. Ну и также как дополнительный усилитель запаха чеснока. Из алюминиевой баночки сделал вот такую воронку. Туда вложил кусочек бинта, чтобы профильтровать, так как здесь получилось немного хлопьев. Теперь все это дело переливаем. Прям сразу же чувствуется резкий запах чеснока. Это будет очень отличный аттрактант. Он же активатор, усилитель клёва. Ну или как хотите, так его и называйте. Нет никаких сомнений, что с таким активатором клёва поклевки увеличатся в разы. Шикарный запах чеснока, прям настоялось как надо. Теперь вот этот вот бутылечек можно брать с собой и где-то на рыбалке можно добавлять, прыскать прям в прикормку куда-то, либо насадили там на крючок наживку и также ее немного сбрызнули. И когда у других будет молчать колокольчик или стоять мертвый поплавочек, у вас будут всегда хорошие, отличные поклевки. Чесночный активатор клёва готов. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, что это видео для кого-то обязательно стало полезным. Всем пока и до новых хороших видео. Всем удачи!